Доброе утро. В эфире Публика ТВ. Предвыборные дебаты. И мы продолжаем знакомить вас с программами кандидатов избирательной гонки. Тема, которую мы предлагаем избирателям-конкурентам сегодня, пожалуй, одна из самых серьезных. Архитектура города, незаконное строительство. В нашей студии сегодня Олег Черней, доверенное лицо Дарины Киртуака, кандидата на функцию мэра либеральной партии. Доброе утро. Владимир Гуриценко, доверенное лицо Валентины Булики, кандидата на функцию мэра столицы Демократической партии. Доброе утро. Доброе утро. И Валерий Бачевич, доверенное лицо Михаила Маноли, кандидата на функцию столичного мэра Народно-демократической партии. Доброе утро. Доброе утро. И мы ожидаем Раду Бушилу, кандидата на функцию столичного мэра от Христианско-демократической народной партии. Пока он подходит, мы не будем терять время. Господа, еще раз напоминаю правила дебатов на Публика ТВ. Вначале каждый из вас будет иметь возможность представить свою программу. 1,5 минуты на это отводится. И затем у нас будет формат ответ-вопрос на ответ по 1 минуте. Еще раз напоминаю для удобства, чтобы вы могли формулировать свою мысль. Перед вами есть экраны, есть секундомер для того, чтобы вы видели, сколько времени у вас остается. Господин Черней, позвольте с вас начать. Предвыборная программа либеральной партии. Да, я сам человек, у меня остался спорбим к моей команде. Да, пожалуйста. Я спорбим к лимба румына. Deci, Partidul Liberal și candidatul la funcția de primar general Dorin Chertoacă în această campanie electorală vine cu un program de priorități pentru perioada 2011-2015, ceea ce legat de dezvoltarea economică a municipiului Chișinău, dezvoltarea infrastructurii și reparația capitală a drumurilor, renovarea și reabilitarea fondului locativ, protecția socială a cetățenilor, dezvoltarea suburbiilor și siguranța cetățenilor. Eu cred că este foarte important să conștientizăm că primul mandat al lui Dorin Chertoacă în calitate de primar a fost un mandat foarte nevoios. Nu este atât de simplu să gestioneze un municipiu cu o populație de 1 milion de cetățeni în condițiile când nu ai un buget adecvat, în condițiile când pe durata 4 ani, 2 dintre care au fost blocate din partea guvernării comuniste, știm cazurile blocarea contului primăriei, situația de la Termocom și mai departe. Eu cred că este foarte important să conștientizăm că în condițiile când bugetul primăriei municipiului Chișinău a fost de 1 miliard 800 milioane de lei, primarul a putut să asigure prestarea tuturor serviciilor către cetățeni. Transport public, apă și canalizare, energie termică, evacuarea deșeurilor, întreținerea instituțiilor medicale, salarizarea polițiștilor și inclusiv protecția socială a cetățenilor. Eu cred că trebuie să continuăm împreună cu Dorin Chertoacă, fiindcă avem foarte multe proiecte și foarte multe lucruri de rezolvat împreună. Благодарю вас, господин Бачевич. Позвольте вам предоставить слово. Мы вот так вот сегодня в шахматном порядке, чтобы мы могли потом пригласить и четвертого гостя, не мешать вам. Пожалуйста, 1,5 минуты на предвыборную программу. Доброе утро еще раз, господа и товарищи. Мой предыдущий оппонент, ну, просто игнорирует наше общество. Передача на русском языке, я не националист. Я родился, и мой дед, и дедушка, и все родственники родились здесь. Но наша программа состоит вот из чего. Господин Маноли, наш примар, это примар-народник. Он будет работать для народа и делать работу для народа. Это должны уяснить все. Планов может быть много, озвучено немало. Я немножко знаю. Но что было сделано, пусть отчитается, и мы дадим слово. Что мы сделаем в первую очередь? Мы сделаем столицу нашу, ее горожан в первую очередь, счастливыми и радостными. И это можно сделать. И деньги на все будут у нас. Потому что мы денег брать для себя не будем. Мы будем их тратить на инфраструктуру города, на улучшение качества жизни каждого горожанина, независимо от сословия. Не будет у нас привилегий ни для особо приближенных, ни для других. Гражданин – основа нашей деятельности. Он – хозяин этого города. И только для него мы будем работать. Голосуйте за господина Маноли. Вы не ошибетесь. Вы не будете голосовать против коммунистов за либералов. И не будете голосовать против либералов за коммунистов. Пора найти человека, который реально сделает вас счастливыми. Не будет мучений, и к детям вернутся их родители. Вот наша задача. Господин Бачевич, благодарю. Хочу напомнить вам, что Публика создает максимально удобные условия для всех конкурентов, поэтому каждый для себя выбирает, на каком языке говорить. Главное, чтобы вам было что сказать. Русская передача. Благодарю вас. Господин Гуриценко, пожалуйста, ваши 1,5 минуты на предвыборную программу Демократической партии. Партия Демократии Молдова, кандидату на функцию де примар pentru Chișinău, doamna Valentina Boliga și echipa de consilieri care sunt propuși pentru primărie
vin cu soluții concrete, cu 10 soluții concrete pe toate compartimentele care se confruntă astăzi în municipiul Chișinău. Ele țin de economie, țin de problemele sociale, țin de aspectul infrastructurii orașului, construcțiilor, inclusiv și tema care o abordăm azi, construcțiile abuzive. Sunt probleme care au o importanță deosebită pentru chișinăuneni. Desigur, pentru noi, ca un partid de surgente social-democrată, compartimentul protecției sociale a păturilor defavorizate, componenta sănătății, educației, tineretului, culturii, au o importanță deosebită. Și noi, desigur că vom realiza aceste compartimente în toată amploarea lor. Pentru că, în mare parte, Chișinău se poate dezvolta având un tineret sănătos, având bătrâni îngrijiți, având o calitate a vieții pentru pensionari, având o educație de ținută, având o medicină performantă. Desigur că acestea sunt aspecte foarte grele, pentru că trebuie aici să lucreze și economia și noi venim și cu soluții serioase în ceea ce ține dezvoltarea economică a municipiului Chișinău. Este foarte important să realizăm un lucru. Noi venim, echipa Partidului Democrat, doamna Valentina Buliga, vin cu soluții absolut realiste, concrete, pentru oameni. Я благодарю вас. К нам присоединился Раду Бушило, кандидат на функцию столичного мэра Христианско-демократической народной партии. Доброе утро. Господин Бушило, как обычно, вы знаете правила. Полторы минуты в начале для представления своей предвыборной программы. Напомню, что тема наша сегодня — архитектура города, незаконное строительство. И, пожалуйста, ваши полторы минуты. Христос воскрес. Спасибо за предоставленную возможность. Дорогие горожане, конечно, мы все сейчас в очень трудном положении в муниципе Кишинев. Мы должны находить все решения проблем сообща с теми специалистами, с теми профессионалами, которые должны работать в примарии. Поэтому мы организуем транспарентный конкурс на право занимать главные должности в примарии муниципе Кишинев. Думаю, что надо новых людей, у которых есть принципы, которые работают честно, которые профессионалы в своей работе, а не только интересы партии какой-то, какого-то клана, какой-то группировки и так далее. Я считаю, что можно внедрить все реформы, о которых мы все на этих дебатах и на остальных говорили и еще будем говорить. Но я считаю, что чтобы мы их конкретно реализовали, надо голосовать за тех людей, которые конкретно за эти годы вовлекались в эти проблемы. Не те, которые только стояли где-то в парламенте, в правительстве, смотрели на нас, когда мы приходили в примарию, а конкретно работали в юридических инстанциях, в государственных учреждениях, конкретно организовывали работу и представляли свои решения для конкретных проблем. Господин Бушило, благодарю вас, господа. Сейчас я буду вам задавать вопросы. На ответ одна минута во второй части передачи. Если вы захотите, у вас тоже есть возможность задать друг другу вопросы. Господин Бачевич, давайте начнем с вас. Первые шаги, которые вы собираетесь предпринять для того, чтобы пресечь незаконное строительство в Кишиневе. Пожалуйста, одна минута. Вы знаете, проблема, конечно, существует. Но чаще всего люди строят незаконно, зная, что барьеры, существующие в примарии, просто не дадут им возможность построить то, что человек желает и хочет сделать. Значит, наши действия будут простые. То, что уже сделано, будем разгребать хаос, который предыдущая власть наделала. Значит, те незаконные строения, которые не будут мешать инфраструктуре города, не будут мешать облику города, и при утеплении всех зданий, а это примария должна делать, мы рассмотрим индивидуально и к каждому подойдем продуманно и взвешенно. Это труд людей, надо уважать его. И эти незаконные строительства, они не просто так появились. Наверное, человек не мог по закону сделать. Поэтому пусть предыдущая власть задумается, что она натворила. Людей на незаконное строительство подтолкнула своими действиями, закрытыми кабинетами и проволочками, которые длятся иногда годами. И есть живые свидетели, и есть живые факты. Нужно более жареные факты. Представлю. Спасибо. Благодарю вас, господин Бачевич. Господин Черней, тот же вопрос. Первые шаги для того, чтобы пресечь незаконное строительство. Вы, будучи муниципальным советником, знаете, какие масштабы оно сегодня приняло?
Într-adevăr, ceea ce legat de domeniul arhitecturii și construcțiilor neautorizate, în primul rând avem plan general urbanistic și există legislația privind la calitatea în construcții. Și vreau să vă zic că la momentul actual nu există cadrul legal prin care atât ar trebui autorităților municipale competență, cât și competență de sancționare. Din păcate, la momentul actual, toate competențele de sancționare sunt transmise către Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, așa anume la Inspecția Stată în Construcție. Iată, dacă noi depistăm o construcție neautorizată, în primul rând, ce putem face? Putem constata, printr-un proces verbal, așa, colaborator de poliție, inspector de poliție și secția privind calitatea în construcție. După care trebuie prescripția să o scrie, să o facă Inspecția de Stat în Construcție. Deci, noi la momentul actual, autoritatea publică locală nu are competență de sancțiuni în baza legii contravenției administrative sau legii privind calitatea în construcție. Deci, în primul rând, trebuie să începem cu legislația în vigoare, după care cei care au responsabilitate și competență de a semna certificat de urmează autorizație trebuie să fie foarte responsabili. Благодарю вас. Вы можете продолжить свою мысль в следующую минуту. Господин Бушило, тот же вопрос. Незаконное строительство, как пресечь? Первые шаги. Во-первых, изменить тех функционеров кадр примарии, которым мы все знаем, о которых мы все говорим на всех передачах, в примарии, на тех незаконных строительствах, в которых я лично участвовал, мы всех их знаем, их изменить. И тот стереотип, который создан в обществе, что мы их не можем подвинуть и нанять компетентных, грамотных, профессиональных людей на их место, это стереотип. Потому что если взять того человека, который работает, конкретно подписал нелегальную авторизацию конструкции, взять его и пригласить на конкретную нелегальную конструкцию, показать ему. Дается ему первое предупреждение. На второе, на третье конструкции, и на четвертое он освобождается из функции. Я вас уверяю, никакой адвокат его обратно в свою должность не вернет, потому что была вся юридическая процедура соблюдена по гражданскому законодательству. Если эта процедура соблюдается, то этот функционер должен быть сменен с другим компетентным человеком. Благодарю вас. Это действительно проблема, потому что у нас очень часто люди, в общем-то, отправляются в отставку, и через какое-то время они снова появляются в рамках Это делается примарии, интенционально. И вам это известно. Специально делать. Господин Гуриценко, пожалуйста, тот же вопрос. Первые действия по пресечению незаконного строительства в Кишиневе. Я вообще-то большой опыт сноса незаконного строительства, но все это работало до мая 2009 года, до тех изменений в административном кодексе, когда, по сути, админкомиссии и префектурах были лишены права вмешиваться в незаконное строительство. Они тогда принимали решения, мы исполняли. Сегодня совершенно другая структура, и сегодня только инспекция строительства может обратиться в суд. Процедура такая. Строительная инспекция обращается в суд. Мы обращаемся, что есть незаконное строительство. Строительная инспекция обращается в суд. Судебные инстанции принимают решение, и судебные исполнители имеют право заниматься сносом незаконного строительства. По сути, мы сегодня можем только наблюдать за тем, что происходит в городе. Поэтому мы предложим обязательно через свою фракцию в парламенте изменения в админкодексе, потому что это ненормально, когда местная публичная власть, по сути, лишена права вмешиваться оперативно и решать оперативно эти вопросы. Я благодарю. Знаете, затронули очень хорошую тему. В общем-то, я хочу продолжить, хотела об этом поговорить. Действительно, чтобы внести какие-то изменения в законодательстве, нужны инициативы депутатов. Господин Бачевич, вот в данном случае, если вы пройдете в Совет, с кем вы собираетесь сотрудничать для того, чтобы действительно продвинуть эти инициативы в парламенте, для того, чтобы принимать изменения в законодательстве и придать примарии более широкие полномочия для того, чтобы она могла решать оперативнее эти вопросы? Хороший вопрос. И приятно на него будет ответить. Были 90-е годы, я занимался серьезным бизнесом. Было 5-7 компаний у меня. Я не успевал первый шаг сделать по строительству. Тут же появлялся инспектор и определял, есть ли у меня документы, так называемые, на право ведения строительных работ. О чем разговор? Все знают в городе. Нужна информация, есть правоохранительные органы. Кто начал что-то рыть или копать? Без фундамента ничего не строится. Значит, тут же нужно примарии реагировать было, а не ждать, пока человек построит, потом через компетенция суды... Компетенция не позволяет, господин Бачевич. Что не позволяет? Компетенция не позволяет. В смысле? Приостановить незаконное строительство? Так, а чем занимаются правоохранительные органы? Интересно. За что зарплату получают? Значит, первый капок земли должен быть определен
соответствующими документами, разрешительными примарии, не уведомительными, уведомительная отдельная тема. Нету разрешения, человек не имеет права ничего делать на своей даже земле. Потому что это может повлечь серьезные последствия. И об этом нужно знать. Я вам призываю вас продолжить свою мысль. В следующей минуте, ваша минута закончилась. И все-таки рассказать нам, с кем вы будете сотрудничать, потому что действительно нужна инициатива, на которую имеют право. Следующая минута ваша, хорошо, господин Бачевич. Господин Черней, тот же вопрос. С кем вы будете сотрудничать? Как продвигать инициативы? Deci, eu cred că acum este foarte important în momentul când va fi validat noul primar general și noul Consiliu Municipal, este foarte important, în primul rând, să aprobăm un nou organigram a primăriei municipiului Chișinău. Fiindcă, într-adevăr, conform realităților de astăzi, noi trebuie să facem o reformare ce privește subdiviziunile de Consiliul Municipal. Și la nivel de Direcția Arhitectură, și la nivel de Direcția Urbanism, și la nivel de Direcția privind calitatea în construcții și sancționarea agenților economici care construiesc ilegal. Vreau să vă zic, la nivel de Parlament există fracțiunea Partidului Liberal și eu cred că acum este foarte important ca toate componențele Alianței pentru Uniunea Europeană să perfecteze cadrul legal privind activitatea administrației publice locale. Dacă ne vorbim de municipiul Chișinău, este vorba de modificarea legii administrației publice locale, legea statutul municipiului Chișinău și legea calității în construcție. Deci trebuie autoritatea publică, în momentul când cineva ne cere nouă socoteală, noi trebuie să avem pârghii. Degeaba strigă toată lumea că a căzut o creangă și trebuie primarul sau plouă afară, e primarul responsabil, dacă nu ai competență. Deci vă rășitivăți în sila Alianței. Exact. Благодарю вас, господин Черней. Господин Бушилов, тот же вопрос. Как будете продвигать законодательные инициативы, с кем? Если можно, я выражусь на государственном пожалуйста, языке. Пожалуйста. Потому что это мне очень легко. În primul și în primul rând, noi avem toată legislația asta perfectă în calitatea de construcție. Noi vorbim despre legislație și practici. Legislația astăzi nu se respectă. Eu vreau să întreb, câte cereri de chemare a judecată au parvenit la direcția juridică din cadrul primăriei privind sesizarea instanțelor de judecat construcții ilegale? Foarte puține, dacă nu niciuna. Noi sesizăm instanțele de judecată, chemăm juristul primăriei și el nu vine la 3 ședințe consecutiv. Noi sesizăm primăria, vin oamenii la primărie, personal m-am ocupat cu dosarele respective, primăria nu se sesizează. Se eliberează autorizația de construcție fără să existe titlul de proprietate asupra terenului sau măcar de arendă. Se eliberează cazul DIMO, construcția spălătoriei, în teritoriul parcului, DIMO 32, Asociația Proprietarilor de Garaje. Se eliberează de Direcția Arhitectură Urbanism, autorizați de construcție 3 garaje, se aprobă proiectul tehnic pe 4 garaje, fără se aprobă construcția pe teritoriul unei rețele ingineriești de 600 de mm rețeaua de termoficare. Despre ce discutăm noi? Despre legislație, despre parlament sau despre practicile legale din primărie? Vă можете продолжить свою мысль в следующую минуту, потому что это действительно большой бич и проблема. Господин Гуриценко, тот же вопрос. Вы знаете, если мы все-таки являемся исполнительной властью, если мы являемся законопослушными гражданами, то мы соблюдаем закон. Поэтому художественная самодеятельность в этой части по сносу, она не походит. Поэтому нужны изменения в законодательстве, нужны реальные рычаги, механизмы, которые позволяли бы вмешиваться постоянно. Если брать по городу, в прошлом году было 680 обращений в госстроительную инспекцию. Инспекцию по строительству, по вопросам незаконного строительства. Все эти дела должны были идти в инстанции, в юридических инстанциях. К сожалению, зачастую, и очень часто это бывает, юридические, то есть суды принимают решения в пользу тех, кто незаконно строит, и они получают, платят какой-то штраф мизерный, и узаканивают строительство, потому что архитектура это после этого обязана узаканивать строительство. Поэтому это нужно делать в соответствии с законом, зная четко, что ты хочешь делать, а не просто художественной самодеятельностью заниматься. Господа, я благодарю вас. Мы выходим на короткую рекламу. Через 2 минуты мы вернемся в студию для того, чтобы продолжить предвыборные дебаты. В эфире предвыборные дебаты. Напомню, тема наших дебатов – архитектура города, незаконное строительство. И в нашей студии сегодня Владимир Гуриценко, доверенное лицо Валентины Булиги, кандидата на функцию мэра столицы от Демократической партии. Валерий Бачевич, доверенное лицо Михаила Маноли, кандидата на функцию столичного мэра Народно-демократической партии. Олег Черней, доверенное лицо Дарины Киртуака, кандидата на функцию мэра Либеральной партии. И Раду Бушила, кандидат на функцию столичного мэра Христианско-демократической Народной партии. Господа, мы продолжаем в том же формате, как мы с вами и договорились. Вопрос хотелось бы понять.
поднять то, о котором мы говорили с вами в рекламную паузу. Где есть ошибка в процедуре? Почему получается так, что гораздо удобнее сперва построить, потом пойти узаконить это? Может быть, где-то есть какой-то пробел в процедуре? Господин Бушилов, вы как юрист, хотелось с вас все-таки бы начать. Да, я хотел вам сказать, что никаких пробелов в законе нету. Просто есть неграмотный подход некоторых функционеров и криминальный, и коррупционный интерес некоторых людей, которые хотят на этом заработать. Во-первых, как функционирует эта схема? Выделяется авторизация на конструкцию на нелегальном территории, ну, в парке, на игрательной территории, в парковой зоне, детской зоне и так далее. Человек из примарии берет другого человека и дает ему, он идет и строит. Люди, конечно, из ассоциаций и начинают, жильцы начинают возмущаться и приходят в примарию. Функционер из примарии берет диспозицию и аннулирует эту авторизацию, но незаконно, не предъявляя все статьи закона. Тот идет в суд, ее аннулирует уже диспозицию и рестабилирует авторизацию деконструкции. Ши йде у нову валабілітаті. Ши реінчепі конструкції. Астфел функціонар це спала пімин, яр конструкція ілегал континуа. Благодарю вас. Господин Черния, пожалуйста, вы как действующий... Да, значит, ай се влому на экземплу конкрет, ка и бине се фачем теории, домну Бушилов много крат о зем примарии, ша и бине се фак теории. Енсе, просто ва дау на экземплу. În 2006, фракционе Партидул Комуништор, ку фракционе ППЧД, ау дат ан фолосинца un терен де жоака пентру копии, терен де спорт la strada armenească. Pentru sediul Partidului Comuniștilor. Și au construit acolo un sediu luxos de 10 milioane de euro. Cu contribuția pe PCD și Partidul Comuniștilor, da? Primăria era obligată să dea acest cadru urbanist. Da, deci am probe. Deci primăria era obligată să dea autorizație de construcție la acest sediu. Când majoritatea în Consiliul Municipal era de la Partidul Comuniștilor și pe PCD. Deci un exemplu. Deci un exemplu foarte concret. Al doilea exemplu. Strada Ciocărlie. 4 hectare de pământ care s-o dat să facă un cartier locativ, trebuia să fie complex comercial și o biserică acolo. Deci intenția a fost nobilă la început. După care s-a venit cu modificarea proiectului de decizie, tot prin votul Consiliului Municipal. Deci vreau să vă zic că la momentul actual trebuie să existe niște sancțiuni foarte drastice la nivel de cod penal și la nivel de codul contravenției administrative. Nu avem sancționarea acestor funcționari. Și iată, aceste exemple pot urma. Da, благодарю вас. Господин Гуриценко, у меня тот же вопрос. Законодательство в порядке. У нас получается, что делать с недобросовестными чиновниками? Какие санкции применять к ним? И еще, господа, хотела вам сказать, что следующая минута, которая у вас есть, возможно, у вас есть реплика, мы можем потратить ее на реплику. Господин Гуриценко, пожалуйста. Во-первых, я хотел бы сказать, что... Конечно, никто не исключает и отдельные случаи с чиновниками, но я думаю, что необходимо вернуться к тому, скажем, что люди приходили в притурок, мы имели возможность, согласно регламенту действия притуры, имели возможность дать разрешение на пристройки до 40 метров, дать возможность какие-то изменения в квартире, построить забор. Вообще вещи, которые, ну, мелкие такие, потому что незаконное строительство не только строительство домов или каких-то объектов, это и мелочи, очень много мелочи. И вот сегодня, когда-то еще при примарстве господина Урсу, он своим распоряжением запретил притурам заниматься этими вопросами. Конечно, это неверно, это неправильно, это превышение полномочий было, но по сути это вызывает огромный поток тех вопросов, которые говорят, говорим мы, незаконное строительство. То есть люди обязаны идти только в примарию. А притуры должны решать вопросы людей в соответствии с законом. Конечно, надо менять. Ее надо менять срочно. Благодарю вас. Господин Бачевич, в данном случае ваше изобретение, полиграф, пойдет ли вам на пользу при наборе чиновников, скажем, для того, чтобы не допустить незаконного строительства? Безусловно, он сыграет великолепную роль. Человек, который на рабочем месте, я не полиграф сказал, я просто сказал тест на любовь к деньгам. То бишь коррупция. Потому что не весь народ знает иностранные слова. Надо говорить по-русски, как оно есть. Любовь к деньгам, воровство конкретно. Значит, тест не даст возможность сесть на рабочее место человеку, который будет думать о своем кармане в первую очередь. А он должен думать о горожанине. Как вы обяжете чиновников проходить тест на любовь к деньгам? Значит, народ обяжет. Он властитель этого государства. Но значит, это потребует, в общем, давайте секундочку, все-таки от теории к практике. Нужно провести дебаты на эту тему, и парламент должен принять, если это необходимо. Парламент должен законы принимать те, которые в интересах народа. К какой партии вы обратитесь для того, чтобы провести? Ко всем партиям.
которые здравомыслящие и пойдут на сотрудничество с этим. Если они не имеют за своей подоплекой коррупционную составляющую, они пойдут. А те, кто откажутся, народ увидит, значит, у них интересы личные превышают интересы горожан. Итак, обращаюсь ко всем партиям. Давайте потребуем от парламента. Благодарю вас. У вас еще одна минута будет, чтобы вы были в равных условиях. Господин Бушило, у вас есть возможность ответить господину Чернею. Если нет, мы продолжим. Я вообще-то провокациям не отвечаю, но все-таки хотелось бы сказать. În primul rând, trebuie știut faptul și reținut că toți angajații, și inclusiv șefii de direcții și întreprinderi municipale, au fost numiți prin dispoziția primarului general. Iar alocarea loturilor de teren, așa cum s-a menționat, sunt doar niște speculații politice, ci nu pur administrative, de care trebuie să dăm dovadă în acest moment, ci nu de acoperiri politice și așa mai departe. Dacă sunt anumite probe, mergeți cu ele în instanță de judecată, așa cum am mers eu, în multe cazuri, nu la modul general, dar la modul foarte concret, până la Curtea Supremă de Justiție. Și cu mine au fost oameni care au strigat rușine pentru asemenea justiție. Pentru că nu trebuie să fii mare jurist ca să-ți dai seama dacă nu există titlul de proprietate asupra terenului, se eliberează autorizația de construcție. Și se eliberează cu încălcarea tuturor prevederilor. Uitați-vă țeava de 600 de milimetri și asupra ei se construiește. Alimentează toată poșta veche, inclusiv strada Ceucari cu agentul termic. Este normal acest lucru? Eu cred că nu trebuie să ne ascundem după deget. Trebuie să implementăm reformele, ci să nu dăm vina pe altcineva. Primăria are toate atributele la îndemână să schimbe aceste lucruri, însă nu a făcut, din cauza nivelului excesiv corupțional în primărie. Благодарю вас, господин Черни, вы ответите или я вам задаю вопрос? Deci, eu vreau să vă spun un lucru. Deci, alegerile generale locale din 5 iunie sunt foarte importante ca cetățenii să conștientizeze care sunt competențele primarului și a Consiliului Municipal. În țara asta trebuie să funcționeze reglementările legale. Deci, există primar, 4 viceprimari, există prietori de sector, șef de subdiviziuni, deci fiecare își are atribuțiile în baza dispoziției primarul general să transmit competențele către viceprimari, iar prietorii sunt reprezentanții primarului în teritoriu. Iar dacă ar funcționa mecanismul ca fiecare funcționar în baza, zicem, competențelor de serviciu să-și facă datoria, eu cred că noi n-am avea probleme. A doilea, avem un sistem corupt judiciar. Deci, orice litigi, uitați la domnul primar l-a liberat din funcție pe domnul Budurin, pe doamna Ceban, pe doamna Ambros, pe foarte mulți funcționari. Ce s-a întâmplat? Prin instanța judecată s-au dus, au cumpărat instanța judecată și au fost restabiliți în funcție. Da? Deci nu există autonomia instanțelor de judecată. Ce aici spune domnul Bușilă cu când aduc probe? Deci dosarul cu sediul Partidului Comunistilor este instanța judecată, s-a pus sechestru pe acest sediu și primărie să judec și cu strada Ciocărlie și cu strada Armenească. Благодарю вас, господин Гуриценко. По поводу полномочий примарии при тур. Вы собираетесь дать больше полномочий при турам и забрать некоторые компетенции у примарии? Абсолютно. Eu sunt adeptul și de mult, asta n-am ascuns niciodată, sunt adeptul descentralizării reale a administrației publice locale. Nu prin fraze, prin lozinci, ci reale. Pentru că sectorul botanic, ca să zicem, are 225.000 de locuitori, mai mult decât Bălțu, decât Găgăuzia, și competențele preturii sunt minimale. Deci, toată populația este nevoită să meargă la primărie, la Consiliul Municipal. Și nu este normal, pentru că dacă vorbim de apropierea puterii de administrația publică locală, este strict necesar ca oamenii la nivel de 70-80% din problemele cu care se confruntă ei zi de zi, să le poată soluționa în pretură. Sigur că eu nu sunt cu elemente de separatism, că vreau să fac, sigur, sunt problemele infrastructurii, drumurilor, rețelelor inginerești, a transportului public, care nici de cum nu pot fi împărțite pe sectoare. Orașul trebuie să funcționeze ca un megapolis întreg, dar competențele pretorii trebuie să fie de asemenea capacitate ca oamenii să-și soluționeze problemele mai mărunte la nivel de pretoriu. Благодарю вас. Господин Бачевич, вы как считаете, достаточно ли сегодня полномочий у примарии и не следует ли некоторые компетенции передать притурам? Безусловно. Конечно, добровольно они не захотят. Это такая кормушка, которой даже никто не может представиться. Поэтому они и держат все у себя. Притура должна иметь максимум полномочий. Примария должна контролировать работу притур. И не более того. Они на местах лучше знают, в каком дворе что нужно делать. Они чаще там... Легче договариваться, нет? Нет, насчет договоренности надо, не передергивайте. Все должно быть по закону. Вот. И то обращение, которое я сказал, оно фундаментально должно быть. Пусть все партии подпишутся под призывом парламента издать закон, который требует привлечения специалиста только через тестирование на любовь к деньгам. Поверьте мне, жизнь совсем изменится.
воров и разгильдяев не будет у власти. Власть — это большой бизнес, все должны это понимать. И все туда рвутся для того, чтобы только своих друзей из себя поднять. Сделайте это, парламентарии, я к вам обращаюсь. Вы слуги народа, послужите хоть немножко правильно. Господин Бачевич, признаю, что я тоже стремлюсь больше заработать, чтобы решить больше проблем, но, наверное, это не преступление, правда? Если правильным трудом, вопросов нет. Господа, у нас остается по одной минуте на обращение к избирателю. Давайте мы начнем с господина Черне, если вы не против, в этом порядке. Господин Черне, пожалуйста. Да, стиматься лигатор, стиматься телеспектатор. Vreau să vă zic că avem o gamă de probleme care le-am discutat inclusiv și în aceste dezbateri electorale și vreau să vă zic că ar fi bine ca alegerile din 5 iunie să putem să alegem o administrație competentă, un primar general care să rezolve aceste probleme. Însă, vreau să vă asigur că la 5 iunie lupta se va da între democrație și comunism, între Dorin Chirtoacă și candidatul Partidul Comuniștilor. Cred că lucrurile care le-am început împreună cu dumneavoastră pe durata acelui mandat de 4 ani, rezolvarea stației de epurare, mers la stația de epurare, procurarea 102 trolebuse, lacul Valea Morilor, 120 de terenuri de joacă pentru copii, compensații la energie termică. Cred că sunt proiecte care sunt realizate și oamenii pot să aprecieze activitatea primarului general Dorin Chirtoacă. Vreau să vă chem ca la 5 iunie să ieșim cu toții la vot, să votăm din primul tur Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal la Consiliul Municipal și chiar ziariști îmi spun, domnule, vrem să mergem în concediu. Deci, dacă vreți să mergeți în concediu, să nu mai cheltuim 5 milioane de lei pentru turul 2 și la 5 iunie să rezolvăm problema primarului general. Vă mulțumesc! Еще раз попробую обратиться так, чтобы до каждого дошли мои слова. Значит, у нас великолепная страна, плодородная земля, повторюсь, трудолюбивейший народ. Живем мы хуже всех в Европе. Мы должны изменить ситуацию, мы должны жить лучше всех, и мы это можем помочь народу сделать. Надо не мешать, надо заборы все коррупционные составляющие, о которых мы так много говорим. И я прошу еще раз подписать всем партиям обращение в парламент. Издайте закон, законодатель. От вас зависит будущее страны. А голосуйте за Манолю. Этот человек компетентный, и он вырос со мной вместе в интернате. Мы воспитывались в параллельных классах. Я в русском, он в молдавском. Мы знаем, почем фунт лиха. Мы знаем, как тяжело выживать. Но мы выжили и идем не в политику. Мы идем на работу в примарию. Это разные вещи. Мы идем не в бизнес примарии. Мы идем служить народу примарии. И я не буду сейчас говорить о своих оппонентах. Завтра придите на эту передачу, пригласите всех своих родственников, друзей, кумовьев. Вы услышите интересное. Завтра будет весело. Я благодарю вас, господин Бачевич. Господин Гуриценко, пожалуйста, вам минута. Уважаемые избиратели муниципалитета Кишинев, осталось всего несколько дней до того времени, когда вы будете делать выбор. Кампания предвыборная была очень жесткая и, к сожалению, очень грязная. Взаимные обвинения, упреки, попытки на баррикадах вызывать людей. Я думаю, что это не тот путь, по которому мы должны идти. Вы должны голосовать разумом 5 июня. Голосовать за партию, которая приходит с миролюбивыми предложениями. С предложениями, которые и направлены именно на решение ваших вопросов. Демпартия, конечно же, будет держать равновесие в муниципальном совете. И она будет стараться максимально направить работу муниципального совета в русло решения конкретных задач, с которыми сталкивается сегодня Кишинев. Это очень важно. Поэтому 5 июня голосуйте Демократическую партию, голосуйте Валентину Булига и команду Демпартии, которая профессиональна и знает, как решать вопросы в муниципе Кишинев. Благодарю вас, господин Гуриценко. Господин Пушило, пожалуйста, ваша минута. Mulțumesc pentru această ocazie. În primul rând, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Vreau să vă asigur că în cadrul dosarelor concrete de corupție, de fraudare și de derularea schemelor frauduloase, am fost de nenumărate ori în cadrul municipiului Chișinău, în cadrul primăriei și am sesizat asupra acestui lucru. A ieșit inclusiv domnul primar general, pe care am sperat și am vrut să-l văd și la aceste dezbateri, să discutăm amiabil, să purtăm o discuție asupra unor probleme concrete, asupra unor construcții neautorizate, asupra construcții ilegale în centrul istoric al orașului. Nu am avut această posibilitate. Astăzi auzim doar demagogii, discuții despre politică, despre luptă între liberalism, democrație și comunism. Vreau ca cei care se luptă pentru aceste principii ideologice să ia de mână și să meargă în afara orașului, să se lupte acolo, la stația de depurare, la Țânțăreni, și să-i lasă pe cei competenți profesioniști, cei cinstiți, cu frică de Dumnezeu și rușine de oameni, să lucreze în cadrul administrației municipale.
Cred că lupta nu se dă pentru interesele și problemele voastre, se dă pentru terenuri, pentru buget, pentru influență în Chișinău. Susțineți Radu Bușilă, votați inima. Noua echipă a Partidului Popular Creștin Democrat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Господа, я благодарю вас за участие в дебатах и желаю вам успехов. Еще раз напомню, это были предвыборные дебаты. Я Людмила Мутян, прощаюсь с вами. Увидимся через несколько часов на ток-шоу «День за днем» в 15 часов 15 минут. До встречи.